На прошлой неделе сотрудники ГИБДД города Асбеста провели мероприятие «Безопасная дорога», направленное на профилактику аварийности с участием пешеходов. Об итогах смотрите прямо сейчас. В течение 3 дней 15 сотрудников госавтоинспекции Асбеста, еще 5 полицейских из патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных ежедневно осуществляли надзор за дорожным движением. Так, с 4 по 6 мая в поле зрения инспекторов ГИБДД попали более 150 пешеходов-нарушителей. Из них 19 – это дети. Самое распространенное нарушение среди пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, причем в непосредственной близости от пешеходного перехода или регулируемого перекрестка. В отношении всех взрослых нарушителей инспекторы дорожно-патрульной службы составили административные материалы. Информация о детях, нарушивших правила, передана в образовательное организации для оповещения родителей и проведения дальнейшей профилактической работы. Напомним, что за переход дороги в неположенном месте предусмотрено предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в размере 500 рублей. По сравнению с пешеходами, водители оказались наиболее дисциплинированными. В отношении 10 человек составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходам на переходах. За данный вид нарушения предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.